маленький мой крокозябличек. Хочешь попить? Не хочу. Тебе нужно много пить. Может, тебе апельсинчик почистить? Не-а. Ну, давай температуру померим. Может, таблетку уже пора пить? Не буду таблетку. Вот вредина капризная. Ну, как он? Да все так же. Температуру мерила 38,9. Ох, и таблетки не помогают. Я купила курагу, шиповник, сварил ему компотик. Да он ничего не хочет. Капризничает и от всего отказывается, как маленький. Так он и есть маленький. Устал уже от температуры. Третий день не встает. Это я от его капризов уже устала. Ничего, я знаю, чем его порадовать. Сейчас приду. Он же обожает слаймы. Вот, купила ему набор, сделай сам. Где слайм? Хочу слайм. Вау, какой прикольный, с блестками. Я тоже себе такой хочу. А ты мне купила? Тебе. Ты же большая уже. Я, честно говоря, тебе даже не подумала. Бе-бе-бе, слайм для меня. А что с ним делать? Эй, ты же болел, у тебя температура только что была. Так уж и быть, ты лежи, а ты слайм мне дашь, а я его сделаю и тебе принесу. Я не сильно болею, я все сам сделаю. Эй, ты куда? А я... Свет, у него точно была высокая температура? Не знаю. От одного вида слайма резко выздоровел? Надо запомнить такой способ лечения. Так, чего здесь начать? Богдан, ты все равно не справишься. Давай я буду делать, а ты смотреть. Почему это не справлюсь? Здесь написано 5+, а мне уже 5 лет. Я сам все сделаю. Не сделаешь. Дай сюда. Не дам, мне мама купила. Ах ты жадина тюлятина. Я не жадина тюлятина. Я тебе разрешаю посмотреть, как я буду делать. Что? Мне, значит, просто сидеть и смотреть, как ты делаешь свой никчемный слайм? Да я, знаешь, я могу сделать 5, 10, целую ванну такого слайма. И у тебя не будет такого крутого слайма, как у меня. У меня с блестками. С блестками, ерунда какая-то. Я этому крокозяблику 3 дня подряд температуру мерила, водичку приносила, соки наливала, лобик трогала. А он слайм мне пожалел, там какой-то с блестками. Да я в 100 раз круче сделаю слайм, и огромный, гигантский. Набор гигантского слайма, и чтоб доставка срочная была. Ну что,
сделал свой слайм с блестками. Почти, смотри, какой он. Ну да, слайм как слайм. О, вкусно, мама! Дай мне, пожалуйста. А ты мне дал слайм сделать, когда я просила? Нет, не дал. Ну вот, как аукнется, так и откликнется. Слышал такую поговорку? Не-а. Вкуснятина. Один пакетик на 40 литров. 40 литров? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. У меня действительно целая ванна слайма будет. Света, а что это тебе такое привезли? Слаймы. И как видишь, много. Так что я сделаю целый гигантский слайм. Я тоже хочу. Ты вон свой доделывай, маленький. Зато у меня с блестками. Би-би-би. И вкусно маму я тебе не давала. Гигантский слайм без меня не выйдет! Ничего себе порошочек! Сейчас посмотрим, что получится. Зашел. Как чего? Я тоже хочу гигантский слайм. Не покажу. Ну ладно, я тебе устрою. А не слизь какая-то. А блестки я тоже могу добавить. Мам, а там Света всю ванну испачкала. В смысле испачкала? Она в ней сделала слизь огромную, жирную. Что? Слизь? Какую еще слизь? О чем ты говоришь? Сама посмотри.
а что ты тут делаешь? Я ничего не делаю, я тут ножками размешиваю. Что размешиваешь? Что, слайм делаю. А в ванне-то зачем? А где мне такой огромный делать? Он ни в одну кастрюлю не поместится. Мам, а можно я в нем буду купаться? Это мой слайм, не дам! Мама, она жадничает! А ты тоже жадничал! Дети, остановитесь! Ничего не трогайте! Сейчас я принесу ведро, будем эту гадость из ванны вычерпывать и выкидывать! Ой, ребята, что надо сказать маме, чтобы она не выбрасывала мой гигантский слайм? А как Свету уговорить, чтобы она поделилась со мной вот этим слаймом?